Пока за окном снегопад, в библиотеке имени Грина по-настоящему мартовское настроение. Еще бы, столько кошек и котов здесь, пожалуй, еще не видели. Впрочем, выставка работ слободских мастеров и мастериц «Мартовский кот» не только о животных. Это просто условное название. На самом деле она посвящена Международному женскому дню 8 марта. В выставке приняли участие 42 человека в возрасте от 12 до 75 лет. Техник же не счесть. От ручной вышивки и до полигонального моделирования. Необычно новая техника. У нас участвует Пустаханова Ангелина. Она заслуживает отдельного внимания. Она у нас новичок, первый раз принимает участие и сразу же нас удивила своими изделиями. Этой технике Ангелина научилась в Индии. Она много месяцев там проживала, научилась там в мастер-классах. И все это привезла сюда и может научить слобожанок. Прекрасные изделия с натуральными камнями. Посетить экспозицию решили будущие мастера, учащиеся Слободского технологического техникума. Ну, мне очень сильно все понравилось. Меня больше всего удивили фигурки. Котов? Да. Из бумаги, которые сделаны. Да, очень понравились. И все остальное тоже. Я хочу поздравить всех мам с 8 марта, пожелать им счастья, здоровья и всего хорошего. Выставка, конечно, очень интересная. Тем более мы работаем с текстилем, поэтому нам что-то новое внести в нашу учебную практику, детям где-то показать. Очень интересное, да, вот ручной работы платье. Действительно кропотливый такой труд. Также украшения. Очень красивые. Хочу поблагодарить всех слобожан, кто участвовал вот в этой прекрасной выставке, всех рукодельниц. Поздравить их с женским днем 8 марта, пожелать дальнейших творческих успехов в их работе. Выставка продлится до 15 марта. Вход свободный.